В Славянском районе стартовал муниципальный этап конкурса поэтического мастерства «Свободный микрофон», главная цель которого – творческое развитие молодежи, увеличение интереса к художественной литературе, выявление молодых поэтов. Вот уже несколько лет Департамент молодежной политики Краснодарского края дарит молодым поэтам уникальную возможность выйти к свободному микрофону. В нашем городе муниципальный этап краевого конкурса с таким названием прошел 22 сентября. Участвовать мог любой желающий от 14 до 30 лет. В первом этапе конкурса, главная тема которого «Ты, Кубань, ты наша Родина», свое творчество показали 26 человек. Кто-то выступал со своими собственными произведениями, а кто-то читал стихотворения известных авторов. Деревья листьями шуршат, убранство сбросят не спеша. Продлится бабье лето долго, деньки ненастные немного. Продержится, прольют дождем, и край сияния золотом воспринят солнечной погодой, великолепной природой. В номинации «Автор» первое место заняла ученица 17-й школы Анна Маляр, а в номинации «Чтецы» Светлана Дьяченко. С сентября по октябрь на поэтических вечерах ребята будут соревноваться за звание лучшего чтеца. Второй этап конкурса пройдет в Краснодаре. По его итогам лучшие чтецы и авторы будут награждены ценными подарками.